Всем доброе утро, ребят. Еще раз, блядь, угораю, конечно, с этих паков. У нас сегодня обзор рынка. Я вам сегодня покажу топовый остров. По моему мнению, реально очень кайфовый остров. Понятно, что там все равно надо рулить с донатом. Опять же забежал на эти акции конченые, потому что их по-другому просто не назвать. Ну что это такое, блядь? Сделайте нормально одно для всех. Сколько уже об этом говорилось? Что за дискриминация? У вас люди бегают с сервера на сервер, потому что везде дисбаланс. Там одно, там другое. Некоторые вообще просто на это забивают, потому что на другом сервере можно перебить там несколько лет игры за пару недель. В общем, поехали. 1 плюс 1 сегодня на английском сервере One for One Harvest Pack. Сейчас это глянем. Больше такого здесь ничего нету. Есть также пират. Пират тот же самый. Такой же, как и на английском. Ой, я говорю на английском. Такой же, как и был. Это же есть английский сервер. Так, остров не поменялся. Остров у нас тот же. Все то же. Ну, внимательно обратите на остров, какой здесь остров. Здесь нету зефиров. Здесь есть только Мэри и Барт. Я вчера собирал, можете посмотреть видос, как что собирается. Также у нас добавили сегодня опять хрусталку. Хрусталки ни хрена толкового толком нет. Такое себе. Добавили молотки бога грома. Ничего хорошего. Ну, это хлам по сравнению с тем, что я вам сейчас покажу на немке. Поехали сюда, посмотрим Harvest паки, сменки, кольца. Вот эти паки 1 плюс 1 распространяется на Harvest именно. Это уже апдейт пак пошел. Целый зефир за 50 и 4 Мэри, в принципе, довольно-таки неплохо. 2000 плюс скин на Барда. На Барда ждите сегодня топовую сборочку. Так, что у нас здесь по рынку? Это все печаль. Печеньки начали пихать. Скин. Такое, ничего сверхъестественного. Единственное, вот это мы будем забирать. Это здесь у нас камешки. То, что мне надо. Вот и все. Больше ничего такого нет. Поехали на немецкий сервер. Немка, конечно, обновляется немножко попозже, но я, возможно, вам уже не буду сегодня снимать. Открылся здесь пират. И пират здесь не такой, как везде. Вот, смотрите внимательно. Плюшки здесь, печеньки, мешки зефира, мешки охника, мешки розы, скин на Фрейю топовый, последний. Реально, вот это вот пират, который удивляет и интересный для всех, как и для донатов, так и для бездонатов. То есть, как видите, здесь последние топовые плюхи есть. Если сравнивать с английским сервером, то, конечно, он намного круче, плюс он идет 2 дня всегда, то есть не один день. У вас есть возможность бесплатки вытащить что-то. Итак, здесь смотрим этот шар. Этот шарик прикольный. Прикольный чем? Здесь есть зефира хотя бы один осколок. Дуэлянт. Новый герой в достаточном количестве осколки продают. Кучу других топовых плюх. Здесь 200 печенек дают. 200, ребят. 20, 200. Но все равно они есть. Здесь топовые плюшки по камням для прокачки. То есть тоже очень реально все круто и все сделано для людей. Авиары не буду показывать. Магазин единственный, один из единственных, но на сегодня, на сейчас это единственный, он сегодня заканчивается, где есть 5 попыток, не 3, где на каждом вы имеете возможность первое, второе тоже по 6 собрать. Да, здесь многие, я смотрел, написали, что лучше Тайвань. Тайвань в некотором случае, для некоторых, опять же, для кого как лучше. Тут сейчас разбор идет того, что здесь продаются скины абсолютно все, которые тебе нужны. Добрать, собрать героя, это однозначно плюс и 6. 6 плюсов.
плюс 5 попыток. Во втором герое многим не хватает 1, 2, 3 героя, их не продают, их сложно получить. Это бы помогло на любом сервере добрать каждому то, что ему надо в любой комбинации. Тоже плюс. Ну и третий, тут у нас расходники, где продают опять же печеньки, 1500 камней, такие камни, ну то есть 300 как кулаков. Да, здесь нету, как видите, там сундуков замка и прочего, это и так можно добрать на рынке. Бездонатные акции, накопления, донатные акции, в общем, все, что вам надо, на любой вкус здесь есть. В общем, такая вот у нас немка. Поехали, я вам сейчас покажу. Посмотрим еще раз, что там на русском сервере. На русском единственный сервер, где есть награда за вход. То есть не забывайте, я вам уже ее не знаю какой раз показываю, я записал отдельное видео, можете посмотреть на канале вчера вечером, для того, чтобы не пропустить. Такс, поехали дальше. Поехали дальше. Ну, на русском знаем редких героев, разбей снеговика, награда за вход, парящий остров. Парящий остров, кстати, вот смотрите, Барт 5, Мэри 2, 5, Зефир, такое, да, и кучу мелкой срани. Ну реально, по сравнению с немецким сервером, это ни о чем. Да, ее меньше, то есть шансы больше вытащить. Собери себе сам. Ну я не знаю, честно скажу. Я вот на это смотрю и просто удивляюсь, кому. Ну ладно, тут скины еще дают, вот ради скинов, это для топ-донов. И то 4 попытки, а не 6, и в сумме 3. Второй набор, тоже расходники. Ну такое какое-то говни, ну это смешно, даже для русского сервера, который там, ну это просто смешно. Здесь просто, блядь, no comments. Заходим на рынок, на рынке, мне кажется, даже лучше паки дают, нежели на этом, нежели там, то есть намного, намного лучше, намного круче. За 700, 120 пыльцы, 600 слизней, это намного круче, чем там вы соберете за 700, это реальность, ребят. Ну такое, короче, вот такая вот хрень. Так, найм редких, кстати, интересно глянуть. Два осколка, ну, печаль, я даже не хочу это комментировать. И вот заходим на Тайвань. И я вам сейчас покажу, как на сегодня, мое мнение, самый идеальный, ребят, самый идеальный остров, который есть, который я вчера увидел, но я уже вчера не стал вам заснимать видос. Опять же, смотрите, здесь до сих пор идет награда богатства. На других серваках закончилась. Смотрите внимательно на этот остров. Вот реально плюс. Зефир есть. 2, 5, 10. Дуэлянт, бог с ним, пусть там будет. Мэри 1, 2, 5. И Барт есть 1, 2, 5. И не так уж и много там таких, ну, расходников тоже хватает, они тоже мелкие, но зато здесь есть шанс и возможность собрать зефира, которого многие уже, к сожалению, будут намного дольше собирать. Но здесь это все есть, поэтому 4 героя, которые есть, они все добавили их сюда. То есть, соответственно, вы должны понимать, что все следующие обновы, если они введут героя, опять же, за осколки будет еще сложнее собрать. Потому что они добавят его сюда, у вас еще меньше шанс будет. Да, вы будете собирать разных героев, но в итоге это растянется время. Если раньше можно было просто собрать зефира, то сейчас просто вы собираете сразу же в 4 раза дольше 4 героев. То есть такой вот вариант, но вот это вот реально идеально. Когда у тебя есть все герои в нормальном количестве, ладно, там 2, 5, 10, зефир 1, 2, 5, но к этому мы привыкли, это не немка, но зато есть все, то есть это реально плюс. Я бы, наверное, отсюда дуэлянта убрал, вообще было бы идеально.
А что еще здесь есть интересного? По-моему, вроде такого ничего. Может, я что-то пропустил? Пишите в комментах. В общем, ребят, такие вот награды, плюхи, топовый остров. Кстати, надо не забыть сегодня битву гильдии пройти. Всем удачи, всем пока.